и президентом должна была стать Хиллари Клинтон, в том числе и с точки зрения Владимира Путина, российского президента. Не случайно Сергея Владимировича Кириенко назначили кремлевским куратором внутренней политики, потому что он имел опыт коррумпирования Хиллари Клинтон. Через компанию Uranium One, и вот когда приобретались определенные активы интереса Росатома, то и перечислялись определенные взносы в фонд семейства Клинтонов, то считалось, что, так сказать, вот Сергей Владимирович, он тот человек, который может иметь деликатные дела с этим семейством. Поэтому Дональд Трамп стал президентом несколько неожиданно для всех.